Я учитель. Меня зовут Дюйшен. Я буду учить ваших детей. Мы построим здесь школу. Я приехал из города. Я учитель. Я родом из Аилакаксай. Теперь все учатся. Меня комсомол послал в Аир. Я учитель Дюшен. Так меня и зовите. Мы откроем школу. Вон там, в Байской конюшне за рекой. Разве ты мула, чтобы учить наших детей? Посмотри, какой ты ободранный. Посмотри на себя. Как боили, как сами всегда были одинички. Тихо! Да, это правда. Я был нищим, а теперь нищих нет. Советская власть отменила нищих. Я боец, боец Красной армии. Мне приходилось жить в царских дворцах. Я был в самой Москве. Я видел настоящий телефон. Я говорил по телефону. Вы говорите, что я не мула, а ваш мула видел телефон. Я буду в Аилакаксай, а вы меня здесь услышите. За веселую сказку спасибо. А скажи, зачем нашим детям школа? Как зачем? Пусть объяснит. Объяснить? Я могу прочитать любую книгу, а вот ты не можешь. Эй, мой дед и мой отец читать не умели, а бараны на них не обижались. И мой сын так же проживет. На кой черт нужна ему твоя школа? Так вы не хотите, чтобы ваши дети учились и стали грамотными людьми? Значит, мне никто не поможет починить конюшню? Да кому это нужно? Или ты нас силком заставишь? Прошли эти времена. Да что его слушать? Из чего строить школу? У нас песок да камни. Ни одного деревца нет. А ты заставь Картанбая срубить его тополь. Только людей от дела отрываешь. Так вы что же? Не подчинить этой бумаге, где сказано учить детей обязательно. Да здесь печать советской власти. А кто дал вам свободу? Кто? Кто дал вам воду? Отвечай! Значит, ты против советской власти, да? Отвечай! Или, может быть, ты? Но меня сюда послал комсомол. Ну, учитель, а где ты жить собираешься? В конюшне. Не дело ты задумал. Все равно ничего у тебя не выйдет. Это еще посмотрим. Никто тебе здесь не поможет. Школа им ни к чему. И одному тебе с ними не справиться. Ты меня не знаешь. Но я знаю жизнь. Видишь, вон там тополь стоит. Это мой тополь и мой дом. Хочешь, иди ко мне. У нас места хватит. Мы вдвоем со старухой. Чё? Алтынай! Где тебя носит? Неси скорее воду, Алтынай! Бог в помощь! Здравствуй, хозяйка! Ну вот, сегодня начинаем занятия в школе.
Сколько лет вашей дочери? А ты, Надь, сколько тебе лет? А зачем тебе знать? Все равно в школу не пойдет. Чего уж развесила? Тут родных детей в школу не отправляют. Не только что сирот. Ты что говоришь? Она же не виновата, что она сирота. Если тебе она не нужна, нам нужна. Советской власти. Откуда ты взялся такой, начальник? Да у меня эта дармоедка живет лучше, чем у родной матери. Кто? Кто ее кормит? Я или ты, сын бродяги? Есть закон. А мне наплевать на него. Ты здесь своей бумажкой не размахивай. У меня свой закон, и ты мне не указывай. Законы для всех одни. А раз не подчинитесь, то и укажем. Ах, как ты меня испугал! Вот, насобирал себе целую арабу. Эй, гони их в свою конюшню, понятно? А в моем доме я хозяйка. Эй, мама! Пока я жив, в этом доме я хозяин. И не болтай. А ты, если хочешь учить девчонку, забирай ее. Или сделай из нее бешбармак. Только убирайся. Убирайся с моего двора. Это Ленин, вождь мирового пролетариата. Это он велел, чтобы вы учились в школе. Ленин самый большой учитель. Значит, сегодня у вас первый урок. Я вас буду учить политграмоте, арифметике. Вы будете учиться каждый день. Значит, тетради у нас пока нет. А может, кто что спросить хочет, а? Учитель, а я спросить хотела. А чего люди умирают? Люди умирают, потому что они люди. А лошади умирают? Да, когда приходит время. А все люди умирают? Да, когда приходит время. И я. И ты. И вы. И я. И Ленин. Кто сказал тебе эту контрреволюцию? Дети, Суван, сын бедняка-батрака, говорит, как байский прислужник. В советской школе не может быть байских прислужников. Иди, Суван, иди. Бай угостит тебя жирным бешбармаком. Иди, дети. Мировой капитал ищет лазейку в наших рядах. Мировой капитал хочет нас всех убить. Меня! Алтынай! Тебя! Ну ладно. Ну тише. Кто хочет что-нибудь спросить? Ну, спрашивайте. Вы что, ничего не хотите знать? Вы должны быть умнее байских детей. Вы должны знать политграмоту,
арифметику. Вы должны готовиться к мировой революции. Ну, спрашивайте. А где же Колтай? Заболел. Совсем заболел. А меня тоже не хотел пускать. Не верил, что ты меня на себе переносишь. Че? Он что же, лежит? Да, кашляет. Горячий весь. Вот беда. Алтай, ты чего стоишь? Орос, кинь бебю. Неохота в холодную воду лезть. Ах, вот как? А может быть, тебе учиться неохота? Учиться хочу, а в такую воду не полезу. В такую воду даже бараны не идут. Так. Так. Значит, вы не баран. Это. А я баран. Вот что. Кирилл, можешь уходить домой. Все равно, в школу я тебя не пущу. И все, кто боится замочить ножки, уходите. Убирайтесь! Уходите! Уходите! Но знайте, школа для вас закрыта! Слышали? Учитель, а мы так всю зиму ходить будем? Стойте! Стойте! Подождите! Подождите! Ну, хватит. Какие обидчивые. Мать сказала, если заболею, из дома выгонит. Не уходите! Ну, я же погорячился. Я пошутил. Ну, простите меня. Для вас же я. Ну? Нет. Не для себя же я, для вас. Ну, пойдемте. Пойдемте, я вас всех принесу. Что, мне трудно? Садись мне на спину. Ну, вот так. Смотри, комсомол. Вот кого надо было брать во вторые жены, а? Ишь, как детей нянчит. Эй, комсомол, не мужское это дело. Может, пойдешь к моему брату на мельницу мешки таскать? Не за даром работать будешь. За деньги советские. Шинель новую купишь. Колпак новый со звездой. Чему ты их там учишь? В моей, конечно. В былые времена я там жеребых кобыл держал.
А, учитель, здравствуй. Ты что, искупаться задумал, да? А? Вот, самое время. Купайся, может, утонешь. Ты не стесняйся, все снимай. Без штанов, а в колпаке со звездой. Знаешь, почему у тебя детей нету? Ты такой злой, что от тебя только одни скорпионы родиться могут. А это уж не твоя печаль. Смотрите-ка, никак наш учитель совсем спятил. О, бедняга. Что это он делает? Не видите, что ли? Камнями речку заваливает. Потек. За пруду делает, рыбу ловит. Возьми вон тот камень, слева, попробуй. Зря, милый, стараешься. Хоть всю реку камнями вымости, все равно скоро в твоей школе никто не будет учиться. Конюшня там будет снова. Разве что кобыл грамоте обучать станешь. Ну что ж вы стоите? Помогите парню, задирайте подолы, а то он кишки надорвет. А если... Я тебе подсоблю! Меня в комсомол запишешь? С ума сошла! Выходи! Я помочь хочу! Уходи! Не уйду! Тебе говорят! Кому говорят? Уходи! Не пойду! Ну ладно, помоги сдвинуть, вон тот камень.
Социализм! 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 А грамотеи за учителем пришли. Бабушка Сайкала, он еще не приехал? В город он уехал. Старик ему лошадь свою дал. И что он 3 дня в городе делает? А, Элтынай пришла. Ну, заходи. Не узнала я тебя сослепу, не разглядела. Что-то ты нас совсем забыла. Не лезь. Не балуйте. На. Хорошо, Алтынай. Мы ведь тебе как-никак родня, а ты самой осени не заходишь. Иди-ка сюда. Стыдно. Зашла б когда помочь старухе. Вот сегодня я буду 6 чесать, приходи. Или ты шибко грамотная. Ну, так я тебя жду вечером, да? Ну, иди, иди. Придешь вечером, у меня и заночуешь. Где учение? Школу, школу ломает! Кто ломает? Нет, да хватит, не понимаешь! Я понимаю! Где-то там школу ломают! Постойте! Что вы делаете? Совести у вас нет! А, Катанбай, что тебе больше всех надо? Гони лучше и ты своих овец сюда, целее будут. Скорее. Пошли, вон отсюда. Пошли. Не трожь, сопляк, уши оборву. Эймбай, Асамбек, идите сюда. Не могу с вашими щенками справиться. Эй, Колдай, уходи отсюда. Не пойду, не уйдем, это наша школа. Ах ты, паршивец. Иди-ка домой сейчас. Я тебе покажу школу. На старшем городе отвечать придется. Паршивец. Какое вы имеете право? А вот такое. Своему сыну я хозяйка. Я не про сына, а про школу говорю. Он своими руками все сделал, вы ему даже деревяшки гнилой не дали. Никто не помог, а теперь овец придали. Тебе-то что? А у меня вчера волки задрали 2 овец. Пальцем не пошевельнул, чтобы учителю помочь. Какой заступник нашелся? Пропади пропадом, ваша грамота. От того, что эта дура читать научится, овец у меня не прибавится. У тебя своих овец нету, а чужих не жалко. Вы сами хуже волков. Пусть их волки жрут. Вы жадней шакалов. И ты, Даркуль, и ты. И ты, Каймбай. И ты, Сатымкул. Вот вернется Дюшен. Как же вернется? Удрал ваш Дюшен. Поминай, как звали. Ты все время, Сатымкул. Дюшен не сбежал, а вернется. Он сказал, что будет дурак. А тебя не спрашивают, дрянь. Ты старый злой болтун. А ты дурак старый. Отдал лошадь, вот теперь ищи ветра в поле. Зато в другой раз будешь знать, как пускать в дом конокрадов. Ты говоришь со старым человеком? Какой пример детям показываешь? А ты меня не учи. Учи своих щенят дома, а я и без тебя умный. А ну, умник, выйдем. Ну, потолкуем. Ну, пойдем, 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 пойдем. Учитель, учитель, приехал. Ну, пора спать ложиться. Керосин кончился. И то да и правда. Поздно уже. Пойду-ка я спать.
не приедет сегодня Дюшен. Не приедет. Иди, доченька, спать. Там за печкой ложись. Ну, иди, иди. За что же ты меня так обижаешь? Всех детей ты у меня забрал. Род мой на мне кончается. Один тополь от дедов и прадедов остался. Что же это? Прошу тебя, помоги Дюйшен. Он добрый, честный человек. Убереги его от волков. И лошадь мою убереги. Спят. Спят спокойно. Ничего не хотят знать. Не дам спать. Никому не дам спать. Не дам спать. Эй, встать! Встать! Вставайте! Не смейте спать! Выходите! 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 Все выходите! Выходите! Что случилось? Басмачи напали. Оттуда! Вон, видишь, они жгут курай. Не ходи! Не дам. Не дам вам спать. Не позволим спать! Не смей тушить! Не позволим спать! Ни сегодня, ни завтра, никогда! Революция не позволит спать! Учитель! Явился! Это ты зажег курай! Бей его, собаку! Он Мисаил спалить хочет! Бейте его! Бейте! Дайте бедняк на боевой пост! Враги не дремлют! А мы спать! Изменников стрелять будем! Кто же теперь вместо Ленина будет? Партия назначит. Я теперь тоже в партии. Приняли? Партия теперь у нас особенно твердой должна быть. Стальная? Магомед один был. И солнце одно. Второго солнца быть не может.
Ты эти намеки оставь. Ничего не изменится. 100 000 коммунистов вливается в партию. Новые, стальные. Это у вашего Аллаха одна солнце было. А у нас 100 000. Миллион солнца будет. Это электрификация. Слыхал? Загубил я твоего коня. А что поделаешь? Я почти весь свой век был безлошадным. Загрызли твоего коня, волки. Алтына, что с тобой? Алтына. Нина. Что с тобой? Бүнін той басқаса, байқасың адамдығы той таптаса. Ачыр кенес қачан айып бол бөздір, бұның арғанда яқын домақтаса. Кенендігі да тадастай, бұның келбеті батырда манастай. Қараңғыда жол тапқан арбаға қыдынан доңадашпай. Нечен бір нечен байманап, бұның артында қалған жанашпай. Адыгіне той тағайдан, аңтыян арқадан адайдан, байды құлға жетпеген байқап бір тұрсан бойдан айдан. Кешенден мұқты шыққанда, дадайдыр атынды ұмытқанда, бүгісі қармашқанында жыққанда, арқачандан бір қачан, ошы не жіркейін, нечен батыр көрінгінді дайын ұшпанға, жеті бірпеген мұндыстан, тақыр шықпаған батыр көрінгіздар. Алачықтайда дал қайған, қырасыңа өзіркін ақпарсындай добал қайған. Алыстан тіктеп қараса, оқасы еті басқаша қапқайдан мінтіп шан қайған. Қиын шықты той барынан, қырғыз елдің тұбарынан, аққан па қырғыз салтынан, қыда жүргенді нарқынан. Арды байдан сабыл өтіместі, мұндай арбақты жандым барқынан. Алтынай, учитель, да? Никого не знаю. Учитель, кого же еще? Едут, джигиты едут! Май едет! С женой! И с дочкой! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие гости! А, Бурма, как ты выросла, похорошела. Настоящая невеста. Ассалам алейкум, дорогие гости! Баранов вам привез, кумыш привез! Эйте мой кумыс, пока табуны есть! Скоро и этого не будет! Дорогому брату! Пей! Пей, жена, пей. А помнишь, после пожара
мой тополь чуть не срубили. Да, хороший тополь. Ты ешь, ешь, Карзарман. Подойдешь к нему, а он листьями зашелестит ласково так. Понимает? Понимает, понимает. А я им пришел. Да, ну. А чего ты стесняешься? Видишь, как поглядывает. А что, не пора ли тебе еще одну жену взять? Девка, что надо. Подойди ко мне. Что это ты мне наливаешь? Кумыс? Смотри, не разлей, Бурма. Пейте на здоровье. Вот в следующий раз привезу в подарок Бурме серебряные серьги. Да, привезите. Да покрасивее. Заходи, гостем будешь. О, Касым! Иди сюда, иди! Сюда, давай! Давай, давай, иди сюда! Касым! О, Касым! Еще один фронтовой друг явился! Старших не уважаю. А ты заткнись, голодранец. Что? Голодранец. Убил собака! Выходи, байская сволочь! Пришел, шарабай, сними! Что же ты, люди? Прекратите свалку! Прекратить их надо, праздники! Стойте, стойте, ваши гости! Мы к вам по добру приехали! А вы что с ним сделали? Посмел бы кто-нибудь 5 лет назад моего брата тронуть? Забыли, как ноги кланялись? Забыли, как долги бегали, замаливали? Ведь каждый из вас мне, наверное, по верблюду должен. Или по два. Да мне не жалко. Я добрый. Я вам могу еще по верблюду подарить. Да по лошади в придачу. Только вы не стоите этого. Да, правда. Разве вы джигиты? Твари неблагодарные, вот вы кто. Когда у вас беда, когда с голоду дохнете, вы ко мне в ногах у меня валяетесь. Только память у вас короткая. Быстро добро забываете. Ну ничего. Вы еще ко мне приползете. Никто к тебе не приползет. Ты уже прожил свое. А, комсомолец. Ты буржуй, ты контра. Наживайся чужим трудом. Я твоих слов не знаю. Я хозяин. У меня руки как ослиная спина. Смотри, я день и ночь работаю. Учитель, ты буржуй и контра.
А всем буржуям скоро конец. У вас уже силы нет. Ну да, я совсем мертвый. У меня силы нет. Видал, как обозлился. Да. Да, ты же мертвый. Ты падаль старого мира. С кем это? Мы отомстим за все. Это вы нашего Пугачева убили. Так я мертвый, говоришь? Ну, выходи сюда, комсомолец. Давай поборемся. Совсем я ослабел. Померяйся со мной силой. Выходи. Ну, комсомолец, будем силой мериться. Кто из вас джигиты? Кто борьбу хорошую хочет? Ну! Смотри, учитель, не осрамись. Принимай вызов. Не валяй дурака. Он тебя в бараний рог скрутит. Это мы еще увидим. Кто кого? Да, тебя против него. Ты за его спиной Герзон и Антанта. За моей спиной мировой пролетариат. Тихо ты. Тихо. Тихо, тихо. Отпусти. Деникина били. Врангеля били. Бухарского эмира били. Держи. Я вместо него. А, нашелся наконец один. Подайте нам коней. Борьба будет. Жирный бай с худым бедняком бороться будет. Расступитесь, разойдитесь, борьба будет. Борьба будет. Надырбек, Надырбек, я тебе что хочу сказать. Слышишь? Посрамить тебя хотят. Отойдите там! Будь осторожен. Самого здоровенного против тебя выставили. Кузнеца. Ладно, знаю, не учи. Ты не видел? Иди. Ну, иди. Иди отсюда. Вон, столба. Стояла худенькая. Тоненькая. Не видел. Красивая. Как же я ее прозевал, а?
Куда же она девалась? Да ты не скупись. За таких девок раньше два табуна пригоняли. А зачем тебе табуны? Все равно отниму. А ну, проходи. Что же ты стоишь? Дорогих гостей не встречаешь? Она у нас стеснительная. А вот это тебе в подарок, доченька. Так. Пришел и твой черед. Теперь ты сосватана. Молодец, Куван. На. Иди, садись. А сейчас повторим прошлый урок. Алтай, скажи, кто наши враги? Бай. Встань. Еще. Капиталист. Еще. Миллионер. Еще. Мула, мула, мула. Мула. А кто назовет наших друзей, а? Я. Меня спросите. Можно я? Можно я скажу? Можно? Учитель, учитель, можно спросите я? Меня. Ну, скажи, Суван. Батраки и бедняки. Молодец. Еще. Мировой пролетариат и угнетенные всех стран. Верно. Еще. Чекисты. Еще. Негры. Молодец. Алтынай, какие города ты знаешь? Суван, скажи ты. Москва, Ташкент, Пишпек. Алтынай, подсчитай, сколько городов назвал Суван. Почему ты не учишь? Ты будешь учиться, как нам Ленин завещал? Или ты хочешь всю жизнь байские объедки подбирать? Москва раз, Ташкент два, Пишпек три. Молодец, Суван. Из тебя вырастет настоящий большевик. Вы по какому делу? А по такому, что тебя не касается. Девку свою замуж выдаю. Эх ты! Здесь школа, и замуж выдавать здесь некого. Уходите! А, это мы сейчас посмотрим. А, здравствуй, комсомол. Не подходи! Не подходи! Ах ты так, собака! Я тебе покажу, как чужими девками распоряжаться. Не подходи! Ah!
станешь! Теперь тебе муж покажет школу. Пусти! Кусаться? Ах, негодная! Не поможет тебе твой учитель. Учитель! Учитель! Осторожней. Осторожней. Меня порежешь так. Пошел вон. Чернуха, добрей мне голову. На. Осторожно, бестолыч. Старшая жена называется. Так и не научилась мужу голову брить. Ah.
Помоги-ка, дочка. Встань, Жирабель. Встань. День будет жаркий. Да, нужно торопиться. Ну вот и все. Я сам. Иди лучше матери помоги. Сволочь! Теперь не уйдешь! Алтынай. Алтынай. Ha ha.
обезглавили. Что нам Не прикасайся ко мне. Тебе что, холодно? Я говорю, тебе холодно? Почему ты не отвечаешь? Почему ты не отвечаешь? Ну, почему ты молчишь? Ты что, плачешь? Не смей плакать! Не смей плакать! Смотри, если хочешь, иди, искупайся, я подожду. Иди, иди, я подожду. Явилась невеста. А к кому ты приехала? Кто тебя ждет? Ах ты, сучка.
И не вздумай переступить порог этого дома. Да она сама к тебе больше не пойдет. А куда же она денется? Ни девка, ни жена под забором спать будет или в твою конюшню ляжет? А? Кто же ее такой бесстыжий в дом пустит? Ничего, Свет, не без добрых людей. Картанбай пустит. Он не вам чита. Пусть и поищет добрых, но не в нашей могиле. А не уберется, в могилу ее сведу. Люди! Идите, поглядите на мой позор. Так мне и надо. Я-то дура старая, сил для нее не жалела. Ночей не досыпала. Идите, идите, поглядите, до чего я дожила. Поглядите! Дура я старая! Пригрела! Пригрела змею на груди себе на позор. Поглядите на нее. От мужа удрала подлая. Не постыдилась моил явиться, бродягой бездомным спуталась. Фу, бесстыжая гадина! Дожила я. Дожила. Смотрите! Смотрите! Любуйтесь! Где вы такое увидите? Кто опозорил наш род? Вот это потаскуха! Как только таких земля держит? Дрянь! Сама умру, но и тебе жить не дам, тварь! Паршивая! Картанбай! Принимай гостей! Принимай гостей! Да разве так можно? Я купанная! Перестань, говорят! Пусть смотрят! Не смотрят! Пусть! Грабите же за себя! А я несчастная! Опозорила меня эта тварь! Плюйте на нее! Дерзайте! Рвите на куски! Что вы? Что стоите? Грамота! Грех! Один до чего я опозорила нас! Вся девушка Каина опозорила! Кто нас теперь замуж возьмет? Что нам теперь делать? Скажи им, Картанба. Не трогайте меня! Что вы здесь собрались? Что смотрите? Что вам здесь нужно? Что ж здесь смотреть? Убирайтесь! 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 Не покрикивай на нас! Мы к тебе в слуги не нанимались! Он с милицией в дружбе, ему теперь все можно! Да что ж он чушеку водит? Не жена она баль. Он ее увез. Насильно увез. У самого дяди жена есть. У нее дочь и ровесница. Он преступник! Это преступник! Опозорил наш род! Все наш род уважали! А теперь в глаза людям стыдно глядеть! А и сам! Пришел детей учить, а сам что натворил? Сам бы не пускал ее в школу! Неправда! Я хотел по справедливости, по закону, как лучше хотел, для вас же лучше! А мы тебя просили! Бедная моя! Горемычная! Дай я поцелую тебя! Попрощаюсь с тобой! Не трогай меня! Уйди! Загубили! Загубили меня! Загубили! Подлая! Подлая! Не трогай! Убить тебя, мама, такую! Не пущу! Ой, бедная! Не пущу! Тихо! Молчите и слушайте. Теперь я говорить буду. Смотрите на нее! И запомните мои слова. Это первая освобожденная женщина Востока. Сейчас она одна, но их будет много! Уезжай, учитель, уезжай! Не забивай ей голову! Наш Аил, первый Аил, где правда победила зло! Ложь убежала! И свобода торжествует в нашем Аиле! Дюшен, вот ты везде побывал. Земля большая, конца края ей нет. Такая большая, потеряться может. А знаешь, что людей вместе держит? Потеряться не дает. Обычай, он как глиняный кувшин. Попробуй, разбей кувшин, вся вода по земле разольется.
Обычай нужен, пока народ темный. А мы народ учить будем. Разве силой научить можно? Умный человек добрым словом учит, а не плеткой. Плохой ты учитель. Да, я плохой учитель. Но другого у вас пока нет. А девчонку связать и насильно увезти? Подумаешь, герой, ты вот скажи, что нам делать? Алтынай, что делать? Она теперь на улицу показаться не может. Это верно. В Аиле Алтынай оставаться нельзя. Выходит, ей из-за меня придется уезжать. Я поеду в волость, устрою ее учиться в Ташкент. Мне помогут. Хороший ты человек. Уезжайте. Уезжайте в город. Нет, школу я не брошу. Далась тебе эта школа? Что ты за нее зацепился? А что ты за свой тополь держишься? Сравнил. Его еще мой прадед посадил. Я за него жизнью рисковал. Готов руку отдать. В прошлом году басмачи его чуть не спалили. Каково мне было? Стены рухнут. Юрту поставлю у тополя. Да ты знаешь, дураком не прикидывайся. Кругом степь, камень да глина. Во всей округе кривого деревца не сыщешь. Все гордятся моим тополем. А кто гордится твоей школой? Что она тебе, кроме горя, принесла? Как ты говоришь? Уезжай, Дюйшен. Я спать спокойно буду. Я должен учить ребят. Да не пойдут ребята больше в школу. Ты арестовал Бая, опозорил. Ни одна мать не отпустит сейчас детей к тебе. Байские братья тебя на аркане потащат. Замучают на куски, изрежут, кожу снимут со спины. Учитель, уедем. Если тебя убьют, я не буду жить. Хорошо. Нет, пусти. Идем. Идем, Алтынай. Идем. Я боюсь, не надо. Да не бойся ты, глупая, не бойся. Ну, иди сюда. Иди сюда, Алтынай. Это машина, понимаешь? Паровоз. Нет, Алтынай, там внутри котел есть. Из котла по трубам сюда пар поступает. И двигает рычаг. И поезд едет, понимаешь? Крутит колеса. И... Тебя зовут Алтынай? Угу. Сколько тебе лет? 16. А когда будете в Ташкенте? Завтра к вечеру должны быть в Ташкенте. Ага. А можно мне спросить? Конечно. Мы в Ташкенте жить будем? Ты будешь жить и учиться в детском доме. Ташкент очень большой, красивый город. Там есть большие парки, сады, кино, широкие улицы, магазины и высокие дома. Вас там будет 120 человек. Ты будешь учиться и будешь работать на фабрике, где делают телефоны. А вот по выходным дням вас будут водить в парк или в кино. А потом ты поступишь на рабфак или на завод. А может, поедешь куда-нибудь. Ну, пора садиться. Ну вот, ты уедешь, а я останусь. Пусть будет так. Пусть будет так.
Ты не едешь? Я возвращаюсь в Аю. Ну, тогда я тоже не поеду. Ты должна, Алтынай. Я не поеду без тебя. Алтынай, уже пора. Я не поеду без тебя. Ты должна. Поезжай. Учись, работай. Я не могу бросить ребят. Там Суван, Алтай, Калтай, и замка на дверях нет. Ну, ты ведь теперь большая. Ты меня... Не забывай меня там. Учитель, ты сделал все. Ты учил меня. Ты научил меня. Без тебя бы я... Как я могу тебя забыть? Прости меня. Прости меня, учитель. Прости меня. Что ты говоришь? Прости меня, учитель. За что? Перестань. Прости меня. Ведь я уезжаю. Прости меня, перестань. Учитель. Прости меня. Мы увидимся, ведь правда. Ведь правда, мы увидимся. Да. Да-да. Мы увидимся, ведь правда. Да, Алтынай, да. Увидимся. Да. Мы обязательно увидимся. Учитель, попрятались. Эй, где вы? Думали, я уехал, так можно и школу сжечь. Выходите. Выходите. А, вот вы где. Когда вы образуетесь? Когда вы людьми не станете. Разве ты не уехал? Моя бы воля. Я бы выколол вам глаза. Отрезал уши. Языки бы вырвал. Потому что вы враги своим детям. Вы не хотите, чтобы ваши дети знали мир лучше вас. Чтобы ваши дети учились. Чтобы они стали умнее вас. Ты сказал, что уедешь в город. А вы и обрадовались. Я проклинаю себя за то, что мне в голову пришла такая мысль. Ненавижу себя. Но я не трус. Его голос. Чей это голос? А, это ты явился. Тебе мало того, что сделал. А ну, расступитесь все! Смотри, видишь, перед тобой лежит мой сын Суван. Он из-за школы твоей проклятой погиб. Пожар тушил!
плачешь, теперь поздно плакать. Мальчишка, из-за меня. Нет, это вы изгубили Суваль. Если бы вы поверили и помогли мне хоть немного, мои никогда не посмели бы сжечь школу. Погляди на мою руку. И на него погляди. И на него тоже. Думаешь, пока горела школа, мы стояли, разинув рты и глаза пялили. У тебя руки обгорели. Тебе не нравится. А ты знаешь, сколько людей головы положили за советскую власть. Ну и что? Мы тоже не против советской власти. Но мы не хотим, чтобы из-за твоей школы гибли наши дети. Лучше уходи из нашего аила. Уходи, учитель, по-добру, по-здорову. Уходи. Твою школу сожгли. Мы не хотим, чтобы наши дома тоже сгорели. Уходи! Просто трусы. Жалкие трусы. Майские мести боится. Мне стыдно за вас, темные люди. Рабы. Майские плетки боится. Да разве с вами можно мировую революцию сделать? Бей его! Пустите меня! Пустите меня! Он убил моего сына! Он убил моего единственного сына! Он погубил мой род! Почему ты меня не слушал? Я же тебе говорил, ты с ним не сладишь. Уезжай, пока не поздно. Уезжай. Уходи поскорей. Уходи. Уходи, уходи. Уходи. Хорошо. Я уйду. Я уйду только тогда, когда срублю ваш тополь и построю новую школу с большими окнами и крепкой крышей. Я назову ее именем Сувана, настоящего героя. И в этой школе будут учиться ваши дети и дети ваших детей. И учить их буду не я, безграмотный, нищий бродяга, а настоящие учители с микроскопами и картами. Если вы не хотите этого, у вас есть только один выход. Убейте меня.
Не нужна нам школа, Картанбай. Убью я его сейчас этим топором. Дай. Я...